Телеграм-канал администрации Самары «Вести с Дворянской» напоминает, что вакцина-профилактика гриппа – первоочередное правило сохранения здоровья в осенне-зимний период. Всем известно, что грипп опасен осложнениями. Предупредить болезнь и ее последствия просто. Необходимо своевременно сделать прививку. Сейчас в поликлиниках региона проводится прививочная кампания. Жители приглашают защитить себя и близких с помощью вакцинации. О необходимости диспансеризации напоминает Департамент опеки, попечительства и соцподдержки. Основная цель обследования – своевременное выявление хронических неинфекционных заболеваний и факторов риска их развития. Работающие граждане могут посетить поликлинику в вечернее время и в субботу. Жители сел могут начать диспансеризацию в своем ФАПе. Для записи на конкретный день необходимо обратиться в поликлинику. Записаться на медосмотр можно дистанционно по телефону поликлиники или на портале госуслуг. Администрация Ленинского района сообщает, что в этом году они подготовили развлекательную программу, посвященную Дню города, не только для взрослых, но и для юных жителей района. С малышами по уже сложившейся традиции собрались в сквере Мичурина, пели, танцевали, играли, грелись на солнышке. В общем, веселились, как и полагается, на празднике.